Как вы думаете, почему Азербайджан проиграл войну армян? А кто говорит, что Азербайджан проиграл? Ну, реально сейчас то, что 20% территории Азербайджана оккупировано. Да, пусть 100% территории Азербайджана оккупировано. Вы на этом не успокоились? Естественно, мы не успокоимся. Тогда не надо говорить, что кто-то проиграл. Это временное, успело временное, ничего не постоянно.